Здрасте. Всем здрасте. Как вы, дорогие? Уже вечер. Наверное, все уже дома сидите. Да, добрый вечер, добрый. Добрый вечер. Добрый. Ой, как приятно, Оленька, как приятно. Если Маша... Все, смотрите, в сторону. Я не говорю, я не пойду. Здравствуйте. Захотите, потом к ней в сторис или у нее все увидите в этом, как называется, сторис, пост. Увидите. Добрый вечер. Где? Маша, у Маши потом посмотрите, где она. Вам только могу показать. Нет, я не дома сейчас. Я сейчас точно не дома. Не видели у Маши, кстати, в посте? Вот если посмотрите сейчас, посмотрите, где мы только что были. Ой, да, я так хотела. Знаете, я когда ее хотела? Сейчас скажу. Месяца 3-4, наверное, назад. Сейчас что, у нас декабрь. А это, наверное, было, может быть, в сентябре или в октябре. Вот. Тогда Маша, там такая тоже сумка была, другая. Сейчас по вам соскучу. Красивая сумочка. А вы видели уже Машины сторис, да? И пост видели? Ну вот, вы, Машеньке, скажите за меня спасибо. Вот вы скажете спасибо все. И она тогда... Сейчас. Вот она у меня. Вот она. Сейчас достану, покажу. Сейчас, я не могу. Сейчас мне так не очень удобно. Вот смотрите, сейчас. Так, подождите. Как вы можете хорошо относиться? Так, это что такое? Покажите ее, пожалуйста. Сейчас покажу. Стефания, кто это? Инна, сейчас покажу. Сейчас. Достаю аккуратненько так. Видите, цвет обалденный. Вот этот цвет очень красивый. Причем, смотрите, тут можно вот на такой цепочечке носить. Вот. И тут сверху такой кожаный ремешочек. А можно, знаете как? Можно карабинчики. Смотрите, вот так расстегиваешь карабинчик. Вытаскиваешь. Сейчас покажу. О, раз. Смотрите, просто сумочка. Чик такая. Модная буду. Ну, конечно, Маш тоже дам. Поносить, что там? Я вам обязательно, конечно, дам. Если она пойдет там на красную дорожку сейчас. Так, передаю привет Тане Самойловой. У нее день рождения. Давайте ее все поздравим. Супер сумочка, понравилась? И такие замочки красивые. Ну, и знаете, вот такие вот ножки. На них ставить, видите, такие вот пенечки хорошенькие. На них можно поставить сумочку. Вот. Вот здесь супер. Так, внутри покажите. Сейчас. Внутри. Сейчас замочки расстегну и покажу. Сейчас. Сейчас. Вот. Я вам хочу показать. Вот. Ой, господи, никак. А как вам? Вот так переключить? Сейчас. Вот так вот нажму. Вот. Видите как? Вот так. Она очень... Не телефончик туда поместится, и все туда поместится.
все поместится. Вот. Так, ну теперь могу поговорить. Опять, дорогая сумочка. Вы знаете, сейчас там скидки новогодние. Можно купить там и 20% есть скидки. В общем, сумочки много всяких. Ой, такие красивые. Невозможно, вот честно сказать, невозможно выбрать. Ну, просто я это очень давно хотела. Мне понравилось, что она таким бочоночком. Видите, она бочонком. Прям-то играю сегодня. Извините. Сейчас. Какая хорошая. Это кожа натуральная. А еще туда можно ведь пойти. Нас угощали очень вкусным сыром с трюфелем. Это так вкусно. Потом там кофемашина стоит. Можно кофе попить. Всех клиентов вот так там радует. Там у них еще вино было, но вино мы не стали. Машенька подарила. И так. Приятно. Да, вот туда, если пойти. И, а что же она сказала, хозяйка вот этого? А? Что делают? А? Я разве могу это видеть? Я... Это пилинг! Чё? Это не укол! Это пилинг просто, это не укол, это мы мажем маску. А, ну, Маш, я как раз, могу пойти, потом у нее посмотрите. Сейчас. А что будут мазать тебе, Маш? Я хотела, чтобы тебя потом... Пускай в сторис потом смотрят, нет? Ну, давай. Ну, просто скажу, чтобы они видят мою или нет, спросили. А, видят. Наверное, кто-то уже видел. Дать тебе? Спрошу, я пожалуюсь. Ребят, вы мое видео видели или нет? Пожалуйста, посмотрите. Я вам сумку подарила. Я не знаю, видно в ленте или нет. А, вот не такие... Если вы видно в ленте. Мне такие перчатки нужны, как у Леночки. И такая маска мне теперь нужна. Я буду вся в этом броду. Да, слушай, да, дома буду так показывать. Да. Класс, да? У меня, кстати, да, вот эти чепчики все забирают домой. Вот эти вот. Ой, мне так нравится. Да? Смотрите, он такой. Они такие классные. Слушай, это резиновый, да? Да, держите. Спасибо. Да? В ленте видно. Поставьте, пожалуйста, лайк, один комментарий, потому что у меня не высвечивается в ленте уже два видео. У меня стресс. Лена сказала, что у меня нереально сухая кожа. Очень сухая. Очень сухая. Она сказала, безжизненная. Меня очень... Очень сухая. Да, я ей хочу сейчас немножко тут маску уложить. И шея у нее тоже сухая, да. Сухая. Я ей говорю, Маш, ну ты хоть кремом... Слушайте, таким... во-первых, надо пить воду. Да она пьет. Я пью ее. И во-вторых, нужно пить коллаген. Пьет? Я заказала банку. Да, банку пьет. Он такой вот на вкус не очень, да? Ну, они разные, их можно подобрать вкусные и есть. Да? Угу. Пожалуйста, напишите мне под последними двумя видео. Нет, под последними. Слушай, просто комментарий, одно сердечко, чтобы оно высвечивалось. А любой вообще, они все хороши. Они, знаете, то есть это такая, как сказать, несложная формула, да? Да? Коллаген — это вообще фигня, это как бульон, ну, то есть куриный, понимаете, да? Серьезно? Это коллаген, ну, это бульон куриный? Да, это уже как куриные, как сказать, раздробленные вот эти вот хрящи, понятно? Да? Поэтому куриные там, говяжьи, рыбные, любые. Так надо есть все время, то и... Конечно, надо есть хрящи, а мы вот не едим супы, мы едим холодцы. И поэтому... Вот, а я так холодец люблю. Вот, вам даже не хватает холодец. Вот слышите, что говорит, да. Леночка? Можно есть коллаген, да. Подожди, сейчас я вам ее покажу. А как ты, Маш, переключить мне? Вот сейчас она скажет. Ну-ка скажи, Леночка, что... Да, всем коллаген. Едим коллаген, любые добавки, и говяжьи можно, и рыбные, и какие-то куриные есть коллаген, любой. Принимайте, потому что мы не едим супы, мы не едим холодцы, и нам не хватает коллагена. Для того, чтобы организм строил свой собственный коллаген, да, мы его принимаем как материал строительный, да, для наших клеток. И, соответственно, тогда у нас и хрящи хорошо, и работают, и суставы лучше, да, то есть не только кожа, то есть это для суставов. Все хорошо. Поэтому любой коллаген принимайте.
принимаете, месяца три точно надо. А потом можно перерыв, потом опять принимаете, да. Ну вот, видите, вам говорит умница такая. Да, и вообще это очень полезная вещь. Мы просто это выпускаем, у нас очень пустое питание неправильное. Это всем рекомендую. Да? Ага. Ну, спасибо большое. Вот такая вот у нас была шикарная консультация, ребята. Да, и для суставов. А я чувствую, что я... А вы знаете, кстати, когда у меня... Ну, вот можно я здесь сяду, да? Я сейчас на... Смотрите, когда у меня... Не переживайте, все нормально. Я вам перезвоню. У внука было... Сейчас, я откликаюсь на Машу. Когда... Давай, показывай. У внука было с ножками проблема, когда он был маленький. И нам тоже сказали, что обязательно нужно варить холодец, чтобы вот... Вот, Лен, я сейчас вспомнила. Слушай, так можно любой холодец сварить. Да. Куриный, говяжий, да? Просто побольше, но это неудобно. Слушайте, берут... вот сейчас я спрошу еще. А вот, Леночка, мне говорили, что у меня холестерин очень плохой, большой, очень. И мне якобы мясо нельзя. А холодец тогда как? Можно. Тогда либо можете, я говорю, вы можете тогда холодцы, я не знаю просто как вот, ну, холодцы в этом плане. Тише, мама, можно запишу? Можете просто коллаген в банках пить тогда. У меня в банке, так. Все. Молчу. Так. Маску. Стелили, да? Да. Мы очищаем поры. Она очистила его. Ну, еще там Маша сама сидит. Ой. Сейчас я, дорогие мои. Она сказала, что у Маши очень сухая кожа, и ей нужно пить водички побольше. И вот она сейчас ей сделала, намазала чем-то кожу лица очень хорошую. Так, дальше. Амоля, против вас шикарно посмотрел видео. А Сэрмир, вы очень хорошо. Спасибо. Ну вот, подбирала платье. Это же все платья... Машины. Какие-то мне... Вот синие, там у меня вроде бы... сейчас. Холодец — это лекарство. Тогда и сёмгу нельзя. А сёмгу из-за чего нельзя? Да я сёмгу редко ем. Это вообще ем. Бывает, ем. Но мне сказали, рыбку можно. Только без желатина. А я желатин никогда не кладу. Ой, вот это из Казани наверняка. Привет. Вот такая раза. Казань, любимый, я тоже вас люблю. Я вот сразу увидела, вот вы. Руми, да? Как увидела сразу зелененькие сердечки. Я поняла, что это мармелад и зефир надо есть. А это зачем? Пион. Вы знаете, вот я вам скажу. Мне очень... Вот у нас же вчера был конкурс. Ну, как бы конкурс на Доме 2. К нам очень хорошо там отнеслись. Вот будете смотреть. Вот сегодня у нас что? Среда? Во вторник. Значит, следующий вторник, наверное, будете смотреть. И у нас был конкурс. Такие мамы все хорошие. Там мама, одна бабушка была. Ну, вы знаете, очень к нам хорошо отнеслись. Причем там участники стали как бы говорить, ой, вроде конкурсы нетрудные. Но... Я так подумала, ну разве можно, например, было мне дать конкурс такой, как Безусу, который колесо там крутил, это же вообще нереально, или стриптиз. Ну, у нас, кстати, там одна могла бы стриптиз танцевать, мамочка, она такая молодая, очень симпатичная, была очень такая приятная. Сейчас скажу, как же ее фамилия? Ну, которая мама, у которой дочка влюблена в Глеба. Из куриных лапок полезнее. А? Белое мясо вроде полезнее красного. Да. Вы знаете, это правда. Белое, говорят, полезнее красного. Сейчас. Чего? Я такую красоту сделали. Я полностью макияж отмыли лицо, видит. Сейчас. Я сейчас покажу. Она теперь будет чистая. Ну, не может быть. Ну, можно... Вот сейчас я покажу. Сейчас. Ой... Какое лицо хорошее. Вот шею нельзя так было сделать. Да, шею тоже сейчас намажем. Смотрите, лицо ожило просто. Она меня любит. А я думала, все. А это всегда взаимно? Нет, оказывается, она меня ждала. Я-то думала, все. Вот, смотрите, видите?
Ой, ну, Маша, у тебя хоть это лицо ожило. Боже ж ты мой. Я сказала, что у меня ужасно сухой, и макияж нельзя так много наносить. Да, она сказала, что из-за этого я как старуха, морщины у меня. Ой, а я ей сказала. Все. Это что, говорит, с ума сошла, говорит, что ты с собой сделала. Лена, молодец, смываем спасибо. Ночь, да разве можно каждый день вообще наносить? Она наносила меня. Да, обязательно смываем на ночь, потому что вся эта грязь, она впитывается. Конечно. Я даже говорила, сейчас без фильтров покажу. Намазали на доме 2 лен. И у меня сразу вот так прям морщин. Таких морщин. Ага, на входе. Нет, сейчас прям лучше. Слушай, все, ты сейчас влюбишься вообще. Слушай, в эти пилинги. Была... У тебя кожа будет каждая клеточка дышать. Когда была с мужем, он мне выдавил смотрю. Ну вот прям вот такая образовалась такая штука жуткая, да? Нельзя было выдавливать ничего. Ну ладно, сейчас трогать не буду. Ну тоже пилинги можно. Вот это очень красиво. Слушай, это прям пилинг сделала, да? Ну да, такой наносится раствор, он растворяет все эти мертвые туры. Ну, да. Растворяет все. И у нее все это сошло, да? Ну да, у нее сейчас лучше будет. Она ну-ка, Маша, лыжи слегка. У нее прям будет дышать. Нет, сейчас еще нельзя. Маленько, да, пускай еще лежит. Может да. быть, не надо подкалывать. Да вам тоже надо пить. Нет, не подкалывай. Нет, витаминки хочу чуть-чуть подгонять. Она рассказывает, что у меня что-нибудь типа сухая такая кожа. Ну, Лена так вообще сказала. Это как крем, это как просто крем. Нет, типа, Лена говорит, я ни хера не мажусь, поэтому... А я что тебе говорю? Не надо наносить. Я ей говорю, сотри на ночь, сотри. Нет, не могу, придет и свалится от усталости. Это что? Смывать нас это крем. И наносить крем на день хотя бы. Да. Я не знаю, почему она. Я заблокировала этот аккаунт с точками. Не переживайте, дорогие. Ну зачем? Вот. Пусть он они будет. Все переживали. Я заблокировала сейчас 9 человек. Вы все переживали на меня без фильтра посмотреть. Машенька, хотели. Ну у меня-то не блокировала. Думали, я уродина. Да ты красавица у меня. Вот. Красотка моя мамина. Те, кто говорил, что у меня прыщи какие-то. Звёздочка. У меня ни одного прыща. Ой, ну, по жизни ни одного. Маш, сплю. Нет, я не отдам. Я хотела вас попросить, чтобы вы мне написали один они комментарий. Они так благодарят тебя за то, что ты мамочке такой подарок нет, делала. Нет, у меня но это видео не видно, блин. Я сказала, что тем, кто сейчас напишет один комментарий, хороший, видно, красивый, да? И лайк, я раздам 2 приза по 500 рублей и один за 300. Совсем с ума на карту просто отправлю. Это очень много. Нормально. Лен, спрашивай, чем ты делаешь пилинг? Пилинг у нас PureX. Вот такой вот. Всесезонный пилинг. Вот. Это прям на лицо намазывается и да. Все. Да. Ой, ну это же прелесть. Mm-hmm, да. И смывается, да. Лена, иди сюда, смотри. Mm-hmm. Вот видишь, как вот на камеру свою, вот так кончик уходит. Да, да. Вот что это часть. За фигня вообще? Ну, вот асимметрия, да. Чуть-чуть уберем. Мне кажется, мы тоже в прошлый раз чуть больше, чуть меньше с другой стороны делали. Да у нас мы все, у нас это так всех асимметрия. Слышишь, вот у нас у всех асимметрия. У меня тоже здесь стороны шишка больше, а здесь меньше. Да? У всех так. И у меня так. Да, у всех кривые. Да, у всех кривые они, ну. Во-первых, мы в детстве падали. Нам никто никогда не проверял, как мы там да, падали. Да, вот именно. Мы там, мне многие говорят, приходят с кривыми носами, а мы не знали, что у нас кривые. Да. Многие не знали. Приходят с кривыми. Вот, видишь, как у тебя чистенько да. Все. Чисто, все красиво. Перчаточки розовенькие. Да. Что ты делаешь? Я набираю ботокс. Хмуримся злой. Нет, это без меня. Нет, я просто пока набираю. Да, я не смогу это. Это я. Вышла, ребята, к вам. Так, что тут еще пишете? У всех асимметрия. Да! А вот кто-то говорит, не видно никакой асимметрии. Кто-то пишет, Маша, отправь. Так. Видео видно. Я написала, красотка. Мань, ты всегда красотка. Как называется препарат для пилинга? А вот она показала вам сейчас. Потом посмотрите. Показала. Наталья пишет, вы всегда такая позитивная и добрая. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Желаю всем вам, кто сейчас в эфире, долгих лет жизни, здоровья, чтобы у вас все в семье было хорошо. Это я всегда рада за всех. А что ничего не видно? Вы говорите, ничего не видно. Ну,
вот Маша, она к себе придирается, что-то смотрит, видит. Так, мамуля, видишь, да? А, ой, я... Так, это дальше. Никакой асимметрии подсказала, ничего не понятно. Вы знаете, вот я вам честно хочу сказать, мне ведь все равно, кто что пишет, кто про меня что-то говорит, потому что я знаю, ой, там красивые эти видики по телевизору, я знаю про себя, вообще мне это не важно вообще. Кто-то писал, что я Машу обеспечиваю. Ну, вы понимаете. Поэтому мне совершенно не важно, кто что пишет. Особенно вот этот человек. Никакой асимметрии. Показала, ничего не понятно. Ну, вы на рояле играли. Да. Ой, спасибо. Хорошо играла, дай вам здоровья. Ой, и вам всем позитив, здоровья, чтобы вас всех любили мужья, мужчины, у кого нет, пусть появится к Новому году. Обязательно это надо. Вы знаете, вот все говорят, ну там сами по себе живут, но вы знаете, это так хорошо, когда за твоей спиной, вернее, ну ты чувствуешь поддержку какую-то мужскую. Вы знаете, очень плохо, когда вот некому пожаловаться, не с кем поговорить. У меня это вот как будто отняли часть жизни. Да, хочется поговорить, пожаловаться, поделиться. И вот я ни с кем, в принципе, не могу. Но с сестрой еще могу. Так, спасибо за вам тоже. Счастья, здоровья крепкого. Вот так, осет, это нормально бывает один. Да, вы знаете, я тоже посмотрела на себя, у меня, оказывается, один глаз меньше другого. Вот так вот вроде бы не видно, а вот как-то я снимала, вот так вот повернешься, видите, вот этот глаз как бы меньше. А правда, повернулся, этот меньше. Не надо зацикливаться, вот правильно вы пишете. Да, Маша мне так без косметики тоже нравится, так ей идет. Очень идет. Супер. Знаете, что-то я хотела сказать. Да, супер. Ой, ну вот, пожалуйста, панно целое написал мне Лук Алика. Мария, не вступайте в дебаты. Это ведь... Пишут хейтеры. Когда еще споем в караоке? Александр? Когда еще споем? Ну, споем. Как только приглашайте и споем. Суперски. Я тоже раз смотрела это видео. Это пожизненно. Ой, спасибо, что хвалите. Ну, не зря, как говорится, училась. Играла много. Представляете, сколько я лет вообще играла на инструменте? Господи! Так подумаешь, 7 лет в школе, 4 года в музыкальном училище, потом 5 лет в Гнесинской академии, потом еще 3 года в аспирантуре. Господи, 19 лет только училась, представляете? Ну, конечно, научиться можно всему. Так, ваше любимое блюдо. Ну, меня уже 1000 раз спрашивали, я всем всегда говорила. Раньше обожала пельмени. Причем варила их просто даже не в бульоне, а в воде. Сваришь? Ну, конечно, я сама делала пельмени роскошные, из мяса на рынке покупала. Сварю, налью этого бульончика просто, вот в котором сварила, туда капну уксуса и посолю. Вкусно! Очень. Я сегодня хочу сделать... Спасибо, Леночка. Я хочу сегодня... Елена, вот, которая написала, КС-11. Спасибо. Привет из Крым. Хочу Маше сделать... Оленька, ну, конечно, удалю этих хейтеров. Они... Но вы знаете, что у них, видимо, настолько... Это болезнь. Я считаю, это болезнь прям. Или отсутствие интеллекта совершенно.
Понимаете, вот они просто вот пишут. Я вот даже думаю, это же уму непостижимо взять и написать там миллион точек или чего-то. Ну, кукушка едет, наверное. Надо их жалеть. Будем жалеть их. Добрый вечер, Ларочка. Добрый. Привет, Феодосии. Привет. И вам тоже. Привет. Александр, приходите в караоке, споем с Машулькой. И обязательно придем, Александр. Спасибо. Слушайте, мне кажется, у меня обратно возвращаются какие-то эти... А, вы правы, говорит. На Новый год какие у вас планы, если не секрет? У меня нет секрета, но дело в том, что мы пока никак не можем вот до конца определиться, вот честно вам. Хинкали тоже вкусно. Да, хинкали тоже. Так. Какие? Ну да, все, планы на Новый год. Кто там что еще пишет? Привет из Старого Оскола. Привет. Ой, Ангелика, привет. Из Старого Оскола мы, кстати, познакомились с замечательными людьми. Очень хорошие ребята были. Мы познакомились на Первом канале. Вы знаете, вот когда с Андреем Чуевым были, очень замечательные люди. Мы прям с ними очень хорошо общались. Потом, значит, что? Чуева я тоже вспоминаю. Вы знаете, он все-таки человек очень талантливый, необыкновенно талантливый. И вот сейчас проходит конкурс, и я думаю, вот как получить эту квартиру, думаю, надо было обратиться к Андрею, он бы придумал какой-нибудь план, и квартира была бы наша. А так, конечно, кто вот этот, подной малинки-то надо, чтобы клали, а для того, чтобы подной малинки положить, нужно зарегистрироваться и положить 279 рублей. Кто-то, кстати, знаете, говорил, раньше малинка стоила 85 копеек, а теперь она уже стоит 75. Не знаю, что-то подорожало. Ой, подорожала малинка. Привет, Салтая, привет. Ну вот, хотим. Юлечка, перемотать сообщение? Сейчас. Перемотать все надо. Здравствуйте. Как вы? Слушайте, ну, знаете, даже вот весело. Иногда бывает весело со всякими придурками в аккаунте. Появится какой-то и веселит всех. Знаете, он вроде пишет ерунду всякую, но веселит. Сам веселится и всех веселит. Да. Дилечка, я не поняла. А что вы написали? Кого-то добавить? Кто-то пишет мне, что я якобы вот такая вот шикарная. Ну, не шикарная, но нормальная. Так, добрый вечер из Италии. Добрый вечер. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Как ваши дела? Ничего. Сижу, Машу жду. Она мне сумку купила. Я сейчас всем показывала эту сумочку. Ну, кто не видел, могу еще раз показать красоту свою. Вот. Я уже всем показала, вот все. Видите? Такой. Ну, я говорю, Машенька, я тебе говорю, буду давать на дорожке, на красное. Вы знаете, мне можно было бы сделать, конечно, маску, но у меня, знаете что, у меня уже на лице вот такие всякие вот возрастные штуки. Поэтому я думаю, как это. Да, сумка очень красивая.
Вот. На меня подписалась какая-то красивая женщина, Лидия. Ну, это Машенька купила, я не знаю. Вы с вами танцор, я была ностальгия. Ну, я так же кардос. Да. А, что-то я хотела. И кто же подписался? А, ноги. Какие ноги? Так. Какая у вас снежинка? Это... Ну, я же в помещении нахожусь. Где Новый год будете отмечать? Вы знаете, пока еще не решили. Так, Костик, скажи, пожалуйста, Костик, тебе маленький сколько лет? Конечно, бывают такие исключения, когда там девушке 40 лет, а мальчику 25. Бывает. Но, а когда уже 70 лет, девочке 70 лет, а мальчик немножечко еще не дружит с головой, ну, что тогда? Ладно уж, живи спокойно, дорогой. И ножки кто-то, мама тебе покажет, или сестра, кто-нибудь тебе покажет ножки. Да, вы знаете что, вы не обращайте на них внимания. Добрый вечер вам. Да, подписалась вам из Молдавии. Здоровья вам и процветания. Ой, из Молдавии. Мы вчера были на одном мероприятии очень хорошем. Машенька играла, и там мы дегустировали молдавское вино. И вот женщина одна его представляла, и фильм показывала. Просто она так рассказывала хорошо про это, про молдавское вино, и что оно заняло где-то вообще первое место, или чуть ли не гран-при. Вот так хорошее очень молдавское вино. Ну, собственно, Молдавия всегда славилась винами, и виноград у вас там хороший. Так что я вас поздравляю. Очень вкусное вино было вчера. Здравствуйте, Елена Катрук, привет. Иночка, не расстраивайся. Дилечка, не расстраивайтесь. Поэтому вот вы понимаете, ну что это из-за них? Ну что из-за них расстраивается? Ну вот они вот пишут ерунду, а вы не обращаете на них внимания. Знаете, для чего они еще пишут? Они хотят, чтобы вы на них подписались, чтобы, ну вообще, у них, наверное, нет никого народа. А может быть, у них даже закрытые аккаунты, мы лица их не видим. Ну и... Ты, говорит, не мальчик, а балбес. А, в черный список. Я думаю, куда добавить в ЧС? Черный список. Только сейчас дошло до меня. Неадекват какой-то. Знаете что, ладно. Вам не обращайте на них внимания. Правда, Юлечка, ну их. В Самару на праздники не собираетесь? Так, это что у вас есть? Знаете что, вот, конечно, сейчас я все-таки, ладно, вынуждена заблокировать. Ну, удалю из прямого эфира просто. Подтвердить, удалила. Ну, уж совсем, правда, мне есть какие-то вещи, которые прям неприятны. Так, ладно, вы бывает пишете, ну, когда уже... Так. Маша часто играет на скрипке, ну... Я ее вот все прошу выучить для меня вот такие вещи хорошие очень. Привет из Нижнего, Нижний, привет. Светланочка, привет. А, малолетние тупики, говорит, может быть. Ты, главное, удалила? Слушайте, я удалила из аккаунта, а он опять здесь. Больной, думаете? Спасибо, Иммин. Ну, знаете... Машенька у врача, ей сейчас делали пилинг шикарный. И она лицо ей намазала, стерла все, весь крем. И, ой, ну, крем, остатки. Маша даже не до конца. И она сказала, что нельзя каждый день делать макияж, потому что кожа очень сухая стала, невозможно. И она ей прямо сейчас вот пилингом каким-то намазала, потом кремом.
Ну, она мне тоже хотела, ну, может быть. Заблокируйте, говорит, его. Заблокируйте. Ну, очень. Ну, видите, он извинился. Ну, бывают такие обострения, но проходят. Прекрасно, да, заблокируйте, это же кошмар. Привет, как дела? Привет. Наш любимый, как же я вас обожаю. Спасибо. Видите, они всем пишут в эфиры. Ну, вот у них такая фишка, понимаете? Вот Маша, например, играет на скрипке, помогает людям, помогает девочкам больным анорексией. Потом, мало того, она еще и вот по телефону с ними разговаривает, советы дает, как быть. А вот есть у людей другое хобби. Вот. Ну, вот знаете, я вам хочу сказать, я не всегда уже стала позитивная. Задержкой читаю. Ну, давайте я промотаю всех. Раз. А, нет, не совсем задержкой. А, вот промотала все. А я начала говорить, что буду готовить сегодня. Я вам сейчас скажу. Значит, спасибо за сердечки, Лен. Теперь и привет из Твери, привет. Ну вот я вам сейчас скажу. А, все-таки, знаете что? Все. Вот знаете что? Я вынуждена была этот аккаунт просто заблокировать. Ну, уже надоело, правда. Иногда надо удалять кого-то. Я буду делать котлетки из индейки, хочу. Хотя Маша... Не знаю, как захочет, не захочет. А еще, ну, сегодня мы придем уже поздно. Вот смотрите, сейчас 9. Приедем домой в 10:30. Пока туда. Поздравьте меня с днем рождения. Инночка, поздравляю. Желаю здоровья, счастья, побольше денег. Ну, чтобы вообще, ну, как побольше, чтобы вот хватало на все, на что хотите. Поэтому все поздравляем с днем рождения вас. Который час? У нас 20:56. А, ну вот я вам хочу сказать. Вот опять мне пишут, вот кто-то пишет. Вы самая лучшая мама. Писали про Дом-2. Там мамы прекрасные были. Вот знаете, я познакомилась. Ну, во-первых, Татьяна Владимировна все, конечно, знают. Но она прелестная совершенно женщина. Она настолько обаятельная. Вы знаете, молодо выглядит очень. Ну, может, она и молодая, я не знаю, сколько ей лет. Она очень молодая. Потом очень мне понравилась мама. Знаете, у кого? Ну, вот, которая с Глебом. Потом Надя Ермакомой. Мама такая, мама. У нее, знаете, такая деловая, очень хорошая. Мы все были блондинки. А кто еще был? Ой, Господи, вот и все. Вот и все. Что, говорит, лучше? Склероз или маразм? Да лучше, говорит, маразм, тогда забываешь, что у тебя еще и склероз. Это уже, понимаете, это так вот получается. Да, спасибо. Так. Ой, смотрите как. Вот так, вот смотрите. Александр, Ольга Дмитриевна, я, как обещал, приглашаю вас в Старый Оскол. ВИП-номер для вас забронирован. Камерный зал с роялем. Маш приезжает со скрипкой. Будем ждать. Ответьте, пожалуйста. Ну вот я прямо сейчас фотографирую вот это вот, чтобы вы потом не отвертелись. Хорошо. Спасибо огромное. Котлетки люблю. Мария Лав-Лав. Так, на мне бесполезно есть сейчас откуснить, так как вкус нюх потерял на данный момент. Мария, выздоравливайте. Все за вас болеем. Выздоравливайте. Вы знаете, мы сегодня ехали вот с Машей. Маша повезла меня. Я сначала не знала, куда везет, что. И мы в такси ехали. Ну, пробки такие. Я искала, больше не хочу. И в результате она потом хотела сюда вот ехать, к Елене Ильчук. И она опять хотела такси. Я говорю, ни за что. В результате мы ехали минут 12 или даже сколько оттуда. А если бы мы ехали машиной, мы бы ехали вообще, ну, час как минимум, а вот и больше. Теперь мы вышли из метро, она говорит, сейчас возьму машину. Я говорю, Маша, пошли пешком. И
одного мужчину спрашиваем, как там дойти. Он подсказал. Ну, он, конечно, подсказал, вероятно, мы что-то пропустили. Знаете что, мы пропустили переулок, где надо было пройти, и какой-то дорогой шли в кругаля. А так? Ромашкина. А, Ромашкина хозяйство. Вы знаете, Ромашкина хозяйство тоже шикарное. Вот, смотрите. Никак не привезу вам гостинцу. Может, в эту субботу? Вы знаете, у меня ведь как? Конечно, приятно гостинцу всегда. Вот если Ромашкина хозяйство привезет гостинцы, мне бы, конечно, обрадовалась. Мне тоже хочется, чтобы мне кто-то гостиниц какой-то подарил. Не только Маша. Маша мне всегда гостинцы какие-то, подарочки дарит. А, нет, правда, мне еще привозили подарки, дарили. Я выйду в эфир и покажу вам подарок. От, и назову, от кого подарок. Обязательно. Вот, обещаю вам. Надина мама, она очень деловая, активная, вот такая деятельная. Это вам кажется, вот, что она может быть сложной, но она очень... Вы знаете, даже вот сказали там на программе, но я не знаю, будут говорить или нет, или имею ли я право пока говорить, потому что мы только снимались. Но она очень хорошо сказала, когда там возникли. Это если не будет в эфире, я вам потом расскажу, что она сказала, я посмотрю эфир. Во вторник, вот мамы когда были. А, ну да, я это рассказывала уже. Так. Обожаю анекдоты, да. Где вы сейчас находитесь? Вот Маша наверняка выложит в сторис или в пост, даже или в сторис, выложит где. Она всегда показывает. Просто ее сторис не всегда как-то высвечивается. Вы находите ее. Обязательно, Маша. У нее очень интересно, у Маши. Вот такие сторис интересные. Так, сейчас. Ой, спасибо, говорит, я как психолог. Рада помочь. Пожалуйста, обращайтесь всегда. Хорошее настроение. Ну вот, сюда. Анекдот вспомню какой-нибудь еще. Ой, такой анекдот один. Хороший знаю, но я все анекдоты знаю. Они немножко с матерком. А с матерком вроде не хочется говорить. А если без мата, ну куда? Тогда анекдот пропадает, весь смысл. Вот я не знаю даже, как вот один шикарный. Сейчас, подождите. Мне вчера рассказали один анекдот. Ну, знаете, вот прям не знаю, как вот рассказать или не рассказать. Там он не очень, как бы, приличный. Не очень приличный анекдот. Но можно не говорить. Матом даже могу не говорить. Ну, как вы думаете, рассказать? Нет, говорите. Спрашиваю вашего совета. Что-то мне так плохо стало, что так пишут. А что пишут? Ну, я не читаю, наверное. Ой, не собираюсь отверчиваться, очень вас ждем. Мы с удовольствием. Спишемся с удовольствием. Выходите почаще в эфир, спасибо. Будем участвовать в конкурсе «Помидоры дома сажать». Будем участвовать в конкурсе «Помидоры дома сажать». Ну, вы знаете что? Прям так обидно было. Я столько замачивала, сажала, все делала, не выросли. А ваши вот мне приносили прям готовые саженцы. Такие красавцы. И думаю, как же они у вас росли. А мне... Так. Так эфир уже вышел. Нет, не вышел эфир. Какой вышел? Мы только снимались вчера, вы что? Нет. Мама Либерш. Нет, мама Либерш не было. Мамочки не было. Меня тоже показывает сторис? Хорошо. А почему нет оповещений от Маши? Ни эфиров, вообще ничего. Значит, знаете что? Хотите увидеть? Прям нажимайте ее. Мару Нова 888. Покажет, найдет сразу и в истории, и везде.
Ну, слушайте, анекдот. Значит, анекдот неприличный. Ну, напоследочек и выхожу из эфира. Значит, приходит один к врачу. А? Сейчас выхожу. Приходит к врачу, как это называется? Ну, мужские всякие эти дела смотрят. Забыл. И кто-то, эндо кто-то. Ну, забыла, неважно. Приходит, и вот он, значит, один приходит и говорит, громадного роста, вот такого роста громадного, и вываливает все на стол. Свое хозяйство вываливает. А этот так сидит врач, вот так смотрит на столе и говорит, поднимает голову, говорит, на что жалуемся? А тот говорит, я не жалуюсь, я хвастаюсь. Ну, там размеры какие-то были, говорят, нереальные. Говорит, на что жалуюсь? Не жалуюсь, хвастаюсь. Так. Жги, да, анекдот не надо. Ну ладно, все уже рассказала, конечно, расскажите. Люблю матер. Ну я же не стала вам, вообще шикарно есть, ну вот я не могу с матерком. Ладно, потом я расскажу, Юлечка. А то сейчас кто-то там не хочет. Где Маня? Анекдот в студии. Рассказала. Вот, Александр, я рассказала анекдот такой. Ну, эндокринолог он, да? Разве нет? Эндокринолог, это который, по-моему, по щитовидке, а это по мужским всяким делам. Вы уже, говорит, выиграли квартиру в конкурсе, в котором, эх, вашими бы устами да мед пить. Это надо, чтобы за нас малинки посылали, понимаете? Клали малинки. Вот кто? Вот Александр может положить нам малинку. Вот он умеет это делать. Александр, значит, вы берете, регистрируетесь. Кстати, малинки выросли. Кто-то, у кого-то было там, например, сколько-то тысяч, а стало чуть ли не 2 миллиона сразу. Ну, может, это, конечно, так в раке, не знаю. Еще хотим, они идут. Не проктолог. Точно, наверное, проктолог, да. Спасибо, Лика. Александр. Так что вот Александр, смотрите, вот рассказываю Александру. Кстати, большой человек в Старом Осколе. Вообще, вот подписывайтесь на него. Он поет, кстати, хорошо. Ну вот, берете, регистрируетесь. Всего 279 рублей. Зарегистрировались и положили мне малинку. Вот Маша малинку, я там за нее тоже как раз была на доме 2, это я за нее тоже борюсь, чтобы нам дали. Так, по-мужски проблем проктолог, да, по-женски гинеколог, точно, наверное. Буду ждать малинок от вас. Причем, знаете, малинки, они 100%. Класть можно только по одной малинке. Одну, потом положил малинку, потом еще одну. Не сразу там 10 или 20 малинок или 100. Только по одной. Вот есть время свободное. Раз малинка. А если говорят, вы... Александр, там вчера сказали, что среди... людей, кто это, ну, подписчиков, не подписчиков, а кто вот будет малинки класть, тоже будет разыгрываться среди них квартира. Кто самый активный, то тоже будет. Обязательно. Так. Сейчас, ребяточки. Сейчас. Ксюша, привет. Добрый вечер, Ксюша. Хорошо всегда выглядишь. Очень. Я их заблокировала. Вы знаете, вот теперь блокируем. Вот не хочу. Уролог, мужской врач, проктолог, смотрит задний. Ну вот и разобрались. Хотя нам ни то, ни другое не нужно, как бы, но мы разобрались с вами. А вы знаете что? Вот вы попали, а я уже ухожу, дорогие.
все. Я ухожу, там просит у меня. Да, Ксюшенька. Все. Вот. Я вот не понимаю. Я вот, знаете, кого-то блокирую, и опять появляются. Заблокировать. Все, дорогой. Знаете, все, я блокирую их сразу. Все, всем привет. Квартира, говорит, во временное пользование, но как бы чуть ли не пожизненная. Поэтому хорошо, кто получит эту квартиру. Я бы хотела, потому что это приятное. Привет из Питера. Вы шикарно, где Манюня? Опять. Вы знаете что? Я, главное, блокирую, а опять... А, нет, все, уже он уже у меня в блоке, все. Все, всем большой привет, всем хорошего вечера. Все, я уже ничего не вижу, подустала. Всем пока.